Всем привет, ребята! Очень короткий небольшой обзор лифта гипсоподъемника, лифта для гипсокартонных листов хочу сделать, пользуясь моментом. Сейчас работаю на объекте. Сейчас работаю на объекте. Привезли мне по заказу. Это не мой. Привезли меня шведского производства лифт. Марка у него GMC или GMG. Сейчас я скажу вам точно. CMC. Здесь бритка, шильдик, на котором все это выбито, выдавлено, а не накрашено. В этом месте как раз еще и наклеены какие-то, заляпаны. CMC Sweden. CMC. CMC. А фирма называется CMC Sweden AB. AB это значит акция влаги, что значит акционерное общество. Я работал такими. Вполне ничего. Значит, достоинство в том, что он быстро разборный, быстро монтируемый и очень крепкий. Все это из такого крепкого металла, все такое основательное. На тележке есть ножной тормоз, здесь есть еще один ножной тормоз. Мы достаем, например, из машины, притаскиваем сначала эту треногу, устанавливаем ее, потом достаем вторую деталь, которая весит, не знаю, блин, килограмм 10, а может и больше. Устанавливаем ее сюда. Просто устанавливаем, больше ничего не надо. Она может вращаться. Вот здесь написано. CMC. Максимальная грузоподъемность заявлена 70 кг. А здесь у нас имеются какие-то крепления, видимо, вот для этой штуки. Да, скорее всего. Да. Не буду забивать. Видно, что под усилием оно защелкнется. Пластмассовое. Значит, привод. Часть просто надевается. Привод здесь цепной, цепь, судя по всему, велосипедная. Вот здесь она сейчас появилась, но вам здесь не видно. Стопор в виде такой клавиши, которую сейчас чуть поближе покажу. Вот здесь очень мощное колесо, ну и собственно все вращается. А у этой модели нет качели, качелька чисто такая номинальная, но есть еще вариация, вот эта верхняя часть с качелями более широкими. Вещь в принципе простая и удобная. Сейчас покажу деталированно чуть-чуть ближе. Вот штурвал. Никаких специальных действий производить не надо, стопорится автоматически. Обратите внимание на эту качельку. А вот появилась цепь. Ну, цепь по виду, ну, чисто велосипедная. Хотя,
Может быть, чуть погрубже. Может быть, чуть-чуть погрубее, помощнее. Хотя какая разница? Держит и держит. Максимальная высота у таких. Для того, чтобы опустить, надо одновременно нажать и крутить вниз. Сейчас. Вот я кручу. Вот теперь пошло. Вот. Максимальная высота что-то около 3,5 метров. Вот такой вот лифт для гипса. На уж показывать, как им воспользоваться, как крутить с его помощью, я не буду, потому что это как бы и так всем понятно. Все, всем привет, удачи. Маленький по скрипту. Такая вот небольшая фишка, но интересная, полезная. Дело в том, что штанга, если посмотреть, она выгнута рогами вверх, концами вверх. Таким образом можно ее оттягивать. Вот. Таким образом лист проседает немножко по центру. Но когда лист длинный, вот это вот 2,40 лист сейчас, а листы бывают и по 3 метра, то он более-менее выравнивается. Ну, в общем-то, я оцениваю эту фишку как положительную. Все.